Следующее видео мы получили от мобильного репортера. Сегодня утром в Чебоксарах на улице Энгельса загорелся пассажирский автобус. ПАЗ 2004 года выпуска работал на 159-м маршруте Чебоксары-Маргауши и принадлежал индивидуальному предпринимателю. Пожар возник по дороге к Чебоксарскому автовокзалу. Потушить огонь своими силами водитель не смог. На помощь прибыли сотрудники столичной пожарно-спасательной части номер 4. Начало огня произошло из двигательного отсека. Предполагаем, что причина – неисправность. Хотя в 2015 году проходил техосмотр данный автобус. Замечаний не было выявлено. И как мы знаем, с утра они ежедневно проходят осмотр перед выходом в рейс. В результате пожара автобус был полностью уничтожен огнем. К счастью, в момент происшествия пассажиров в салоне не было, никто не пострадал. По итогам 2015 года в Чувашии наблюдался рост пожаров с участием транспортных средств. Основных причин две – нарушение требований при эксплуатации и неисправность. Пожарные предполагают и еще одну причину. Видимо, когда проходит эксмотр, не все в полном объеме диагностируют данные автомобиля. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.